Дорогие братья и сестры, я недавно услышал от брата историю одну. Говорит, еду в маршрутке в одном городе. И был невольно свидетелем одной небольшой истории в маршрутке. Передо мной, говорит, маршрутка, сидит молодой человек, у него наушники. Маршрутка едет по дороге, и он снимает наушники, кричит в маршрутке: «Водитель на Ленинской остановит остановку». Ну и дальше наушник ставил. Несколько секунд прошло, еще один молодой снимает наушники и говорит: «Водитель на Ленинской остановись». Тоже наушник ставил. Прошло несколько секунд, водитель снимает наушники и спрашивает: «А на Ленинской есть или нету?» Как мы слушаем? Как мы слушаем? Заканчивается второй день нашего молодежного общения. И мы с вами все скоро разъедемся. И останется то, от чего зависит, как мы слушали. Как мы слушали. Я хочу прочитать текст из Писания, это Деяния святых апостолов. Первая глава, с 15 текста. Деяния 1:15 и ниже. «И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120, мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечеством их наречии названа Акилдама, то есть земля крови. В книге же Псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Тема моей проповеди называется так: «Человек, потерявший свое достоинство». Написано здесь, Петр говорит слово такое: «Достоинство, один из учеников Иисуса Христа, потерявший достоинство». И Петр говорит: «Достоинство его да примет другой». Друзья, я когда рассуждал, это слово коснулось моего сердца, я рассуждал на эту тему. Вспомнил одно членское собрание. Это было грустное, печальное членское собрание. На этом членском собрании один из братьев, рукоположенных братьев, встал на членском собрании и заплакал. И говорит: «Братья, сестры, я потерял достоинство быть служителем». И заплакал. Вы знаете, плакала вся церковь. Это было очень печально и грустно смотреть. Человек потерял достоинство. Человек потерял достоинство. И вот Петр говорит об этом человеке, который потерял достоинство. И он говорит: достоинство его да примет другой. Я задал себе сам вопрос, почему Иуда потерял это достоинство? Что за причина? Что предшествовало этому? Наше призвание быть подобными Сыну Божьему, так написано, будем подобны Ему. И в послании к Евреям слово говорит так, что Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророков, в последние дни говорил нам в Сыне Своем, который в Сыне Своем, сейчас я прочитаю это слово, послание к Римлянам и послание к Евреям, первая глава, говорил нам в Сыне Своем, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершил собой очищение грехов, воссел одесную престола величия на высоте. Сей, то есть Христос, будучи образ ипостаси его, то есть образ святого Бога, воссел одесную престола величия на высоте. Кто дальше эту миссию будет продолжать? Друзья, это назначение церкви, это назначение христианина, образ святого Бога. Друзья, я скажу, что высокое это призвание, и это достоинство христианское наше, призвание наше, звание наше, его нужно сохранить, жить достойно звания этого, поступать достойно звания этого, вот, и не потерять это достоинство, о котором апостол Петр сейчас говорил об этом, об одном из учеников Иисуса Христа. Итак, друзья, что предшествовало Иуде в таком состоянии, в каком он находился? Что предшествовало? Почему он потерял свое достоинство? Друзья, самое первое, что я обратил внимание, это маленький безобидный грех.
Один из евангелистов пишет о том, что Иуда был вор. Друзья, у меня вопрос к вам. Когда у него был ящик, куда были пожертвования в этом ящике, и вот его озарила мысль взять оттуда деньги. Скажите, пожалуйста, первый раз, когда он протянул руку в этот ящик, сколько он взял денег? Как вам кажется, как вы думаете? Ну, взял сразу все, половину или немного? Друзья, я так полагаю, что, возможно, он взял одну, может быть, две монетки. Ну, совсем чуть-чуть. И, возможно, у него не было плохих мыслей, чтобы туда их не положить. Возможно, хотел одолжить, а потом, ну, проверить, вот как-то, может быть, все-таки он верил, что Христос, он все знает, и Христос действительно знал, что он был вор. Но неделя проходит, вторая, Христос ничего ему не говорит, ученики тоже. И как-то это прошло, и ему понравилось. И вот он начал протягивать туда руку, вот, частенько. И вот каждый раз, очередной раз, когда он протягивает руку, ну вот туда, в этот ящик, мне кажется, с каждым разом он брал больше, больше и больше. Был вор. А все начиналось совершенно с безобидного, с маленького. И я скажу, что иногда христианин обращает на это внимание. Так это же, ну, это же чуть-чуть, вот где-то полуправда. Вот как мы пение такое поет молодежь. Я не хочу полуправды, не хочу полуверы. Маленький, безобидный грех, на который совершенно иногда человек не обращает внимания. А оно начинается, последствия-то какие горькие. Достоинство потерял. А все начиналось с одной маленькой монетки. Друзья, и я вот так для себя думаю, как все-таки трепетно. Ходи предо мною, Бог призывает Авраама, и будь непорочен, я Бог всемогущий. И поэтому для нас очень трепетны эти уроки, рассуждая об этом. Маленький безобидный грех, а привел к таким большим, печальным и страшным последствиям. Погиб Иуда, погиб навеки навсегда. Как это страшно. Поэтому, друзья, вот первая мысль, которая здесь из этих рассуждений, маленький безобидный грех, он не безобидный в очах Божьих, и он приводит к большим, большим, тяжелым, печальным последствиям. Вторая мысль, которая мне очень ценна и дорого стала, рассуждая об этом, апостол Петр говорит, он был сопричислен к нам. То есть, представьте себе, из множества учеников миссия Иисуса Христа заключалась избрать 12, и в эти 12 вошел Иуда, потом, впоследствии сделавшись предателем. Какая высота, как он должен был ценить тем положением, в котором он оказался. Это милость Божья. Ты один из 12 апостолов, избранных самим Богом. Друзья, он был сопричислен, Петр говорит, но потерял. Почему потерял? Потому что недооценил и пренебрег. Второе преступление Иуды было выражено именно в этом слове – пренебрежение. Друзья, и вы знаете, это очень ценно. Вот я нашел на страницах Писания, что говорит Библия нам о пренебрежении. Знаем первых двух, не первых, ну, одних из первых людей – это два брата Яков, вот, и Исав. Исаву принадлежало первородство, и в первородстве было сокрыто его благословение здесь на земле. И однажды, когда он стал перед выбором, написано, Исав пренебрег первородство, а потом горько плакал, умолял отца, неужели у тебя одно благословение, но не смог переменить мысли отца, потерял. Друзья, потерял и заплакал. А причина тому – пренебрег. Мы читаем в книге Есфирь, первая глава. «Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские, медийские, и отменяется о том, медийский, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить при лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство его царь передаст другой, которое лучше ее». А что случилось? Какая предыстория этому? 17 стих написано, «Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить, царь повелел привести царицу Астинь при лицо свое, а она не пошла».
будут пренебрегать, и пренебрежение будет довольно. И вот мы читаем эту историю: пренебрегла. Царь дал повеление, но Остинь пренебрегла. Друзья, и вы знаете, вот этот грех пренебрежения, и вот в Библии написано, что достоинство царское Остинь потеряла, и достоинство это приняла другая. Друзья, то же, что произошло в Новом Завете с учеником Иисуса Христа. Пренебрег, был сопричислен, но пренебрег. Вы знаете, как это трепетно. Играю я в оркестре, или стою перед хором, или за кафедрой, или я член церкви Иисуса Христа. Как я должен трепетать? Как я должен ходить перед Богом в сознании, что Он все видит трепетно, вот, и непорочно? Потому что Бог всемогущий, и Бог призывает к этому ценить, не пренебрегать. Даже тем служением, может быть, каким-то совершенно не таким видным служением, которое доверено в служении, не пренебрегать. Потому что грех пренебрежения, он приводит к печальным последствиям. Иуда пренебрег. Друзья, вы знаете, этот грех пренебрежения, он распространен сегодня среди народа Господнего. Вот. И в трех направлениях, это мои наблюдения, в трех направлениях, когда и где проявляется пренебрежение. Мне кажется, очень часто дети Божьи грешат грехом пренебрежения в отношении Духа Святого. В книге «Бытие» написано так: «Не вечно быть Духу Моему», помните, как дальше, «пренебрегаемым человеками». Вы знаете, прискорбно Богу смотреть. Он послал Духа Святого на землю, и Дух Святой трудится, к чему-то призывает нас, и мы слышим голос Духа Святого, и нередко бываем, огорчаем Его, пренебрегая им. Пренебрегая им. В Луки написано такое слово, в 15 главе, история о добром отце и о блудном сыне, и там есть история о старшем сыне, который сильно огорчился, праздник, который сделал отец для возвратившегося сына блудного. И написано: отец же, выйдя, звал его. Друзья, вы знаете, мне так кажется, он звал его со слезами. Сколько любви в этом зове было отца к сыну. И мы читаем: но он не захотел войти. Но он не захотел войти. Сколько раз Дух Святой трудится над моим сердцем, над моим, работает над моим состоянием. И мы, как эти старшие сыновья, которые не захотели, пренебрегаем голосом Духа Святого. Второе пренебрежение очень сильно распространено, особенно в последнее время. Это пренебрежение детьми, родителями, когда дети пренебрегают своими родителями. Очень часто явление такое, и я скажу, что имеет это место, и Библия говорит об этом так, послание к Тимофею: люди будут, знать же, что последние дни наступят времена тяжкие, потому что люди будут родителям непокорны. Друзья, это признак, один из признаков последнего времени. Пренебрегаются старшие поколения, нет почтения. Вот, и вы знаете, и причем это бывает даже так откровенно. Один сын, это я слышал свидетельство брата, он говорит, жалуется на отца своего. Он одолжил отцу средства, вот, и говорит: уже 2 года прошло, и отец не отдает мне средства, не может отдать деньги. И он говорит: как так можно? И у него такое возмущение на отца. И вы знаете, служитель послушал его и говорит: как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно требовать у отца деньги? Ты же жизнью ему должен, он тебе жизнь подарил. У отца сложная ситуация, сложная полоса жизни. Он попросил, у тебя есть возможность, средства. И как ты имеешь право требовать? Подари отцу, не пренебрегай отцом. Придет время, и ты будешь отцом, и пожнешь, если плохое сделал, сполна пожнешь, вот, испытаешь на себе, со своих детей. Друзья, как много пренебрежения со стороны детей в отношении к родителям. У нас наши родители постарели. У нас 5 братьев в семье и 5 сестер. Все уже взрослые. У нашего отца около 80 внуков, уже есть правнуки. Вот, семьи у всех большие. Вот, и вы знаете, как-то трепетно. Мне недавно брат старший говорит: тебе не кажется, что мы скоро с тобой осиротеем? Я говорю: я тоже это замечаю. Наша мама совсем уже постарела. Так, знаете, как-то видно, что, возможно, вот они как-то сочтены уже. И хочется сделать как можно больше доброго для родителей. И вы знаете, каждый раз, когда заезжаю к родителям, вот, это не так часто бывает, потому что очень много в разъездах приходится бывать. Но когда бываю дома, стараюсь к родителям заехать. И я стараюсь к родителям заезжать не с пустыми руками.
Я знаю, что любят родители. Но я скажу, наша мама любит что-нибудь солененькое, там рыбку солененькую. Ну, для нее это просто, вот так она выросла в этом. Папа любит грибы, он с Вологодской области. Для него это просто, просто вот, вот грибов. И если я где-то бываю, там, а вместе они любят Кока-Колу. Вот, и вот я стараюсь, вот, вот знаете, зная, что они любят. Вот я однажды даже еду к родителям, взял сына своего младшего, вот, и еду. И забыл купить что-то родителям. И я, вы знаете, разворачиваю машину и еду в магазин. Поздний вечер был, а мне сын говорит: папа, а что ты постоянно к бабушке, к дедушке едешь и что-то берешь, покупаешь? Я говорю: ты знаешь, сынок, пройдет время, скоро придет такое время, когда и дедушки, и бабушки не станет. Мы захотим что-то им сделать приятное, захотим что-то сделать им доброе, а их не будет, только памятник на кладбище будет. Вот. Но он по-своему понял, когда мы приехали домой вечером, смотрю, они дети между собой, так, знаете, шепотом, и он рассказывает: вы знаете, скоро бабушка и дедушка умрут, вот, и будет памятник стоять на кладбище. Он всем таинственно так рассказывает: папа сказал. Все. Вот, друзья, а я думаю, что все-таки надо быть честными в отношении родителей. И если я уже взрослый, и если почитай отца твоего и мать, не пренебрегай. Чтобы не потерять достоинство, нужно учиться не пренебрегать. Друзья, Иуда пренебрег, был сопричислен и все это пренебрег. Сколько Бог нам дал? У нас есть родители, у нас есть церковь, у нас есть служители, у нас есть Божья благодать, Дух Святой есть. Друзья, как нужно этим дорожить, как нужно этим ценить, как нельзя этим пренебрегать. И еще, друзья, где очень часто проявляется пренебрежение, друзья, я так понимаю, мои наблюдения такие, в деле Господнем. В книге Иеремии написано так: проклят всякий, делающий дело Господне небрежно. Если Бог доверил мне домброчку или игру на музыкальных каких-то других инструментах, я должен это делать от сердца, я должен это делать как для Бога. Написано: и все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Его и как для Него. И как для него. И этим нельзя пренебрегать. Друзья, Слово Господне, которое мы имеем, нельзя им пренебрегать. Это священная книга. И это все относится к делу Божьему, и которым нельзя пренебрегать. И поэтому, друзья, почему Иуда потерял свое достоинство? Так незаметно, так потихонечку ослабевал этот человек. И потихонечку его состояние все ниже, ниже и ниже было. И наступил момент, когда он взял кусочек хлеба, и с этим кусочком вошел в него сатана, и прошло несколько времени, и погиб он, и погиб навсегда. Друзья, как страшно, а все начиналось с такого безобидного. Сначала одна монетка, маленький безобидный грех, а потом пренебрежение. Друзья, и следующая мысль у меня, это то, что Иуда, у него была любовь к чему-то больше, чем к Богу. Например, на примере Иуды у него любовь была к деньгам. Она настолько сковала его душу, настолько он был этим пропитан, что он уже не замечал ничего и никого вокруг. Сребролюбие. Корень всех зол есть сребролюбие. Но это не только сребролюбие. У кого-то сребролюбие, у кого-то, может быть, увлечения какие-то. Даже, ну, например, я когда в школе учился, увлекался игрой в шашки. Игрой в шашки увлекался. Вот, и знаете, у меня получалось это. Бывало так, что учитель зайдет в класс вот, проводить урок, а мы играем в шашки. Вот, и он, кто-то из одноклассников говорит: а ну сыграйте. Помню, Евгения Ивановна была учитель истории. Вот, и вот мы с ней играем. Вы знаете, урок напролет. Все женский пол за учителя, а весь мужской пол в классе за меня был. И вы знаете, такое напряжение. Вот, и она проиграла. Вы знаете, и с директором школы играл. Вот, и вы знаете, это такие увлечения были. Я думал, что как трудно было от этого избавиться. А потом недавно мне брат, был я в одном объединении, ну, кто-то услышал мои слабости в юности, которые были. Пороки, как брат говорил, пороки, которые не давали Духу Святому работать или проявляться в служении, в благодати, которая лишается из-за этих пороков. Вот кто-то из братьев говорит: Геннадий, давай забудем, в каком мы сейчас положении, давай просто вот вдвоем сыграем вот шашки такие, знаете, в электронном виде. Он нажимает, я говорю: слушай, а я первый раз это вижу на электронные шашки. Нажимаю, так только нажимаешь кнопку, оно там передвигается. Я говорю: слушай, а кто там это двигает? Он говорит: ну, наверное, какой-то дух. Так я говорю: ой, нет, такие шашки не
буду играть, не хочу прикасаться к этому. Вот, друзья, и вы знаете, вот эти вот увлечения, может быть, даже они не греховные, может быть, нам кажется, что но это любовь к чему-то больше, чем к Богу, она лишит меня моего достоинства, она лишит меня свободного входа в Царство Небесное. И кто-то скажет, да это же не грех, да это же, ну это же просто вот так провести свободное время где-нибудь, досуг какой-нибудь. Друзья, но если это занимает главное в моей жизни, это беда моя, это трагедия моя, это беда, это просто горе, когда человек лишается вечного ради этого проходящего земного. Поэтому, друзья, очень важный момент. Сребролюбие было у Иуды. Сребролюбие, любовь к чему-то. Посмотрите, когда Христос призывает Петра к служению, он говорит, «Любишь ли ты меня больше?» Вы знаете, это очень сильный фактор. Прежде чем ты не научишься, прежде чем не станешь любить Бога больше, даже Христос сказал, отца, матери, детей, недостоин меня, недостоин, если ты любишь больше кого-то, предпочтение кому-то вместо Господа, друзья, недостоин, так сказал Христос. Вот, и вы знаете, этот фактор срабатывает. Когда Иаков полюбил дочь Лавана сильно полюбил ее, вот, и работал за нее 7 лет, работал 7 лет. И мы знаем, в Писании написано, что они прошли, если не ошибаюсь, за несколько дней ему показались эти 7 лет. Помните, братья, да, по-моему, так написано, как несколько дней прошло. Почему? Потому что любил. Потому что любил. Друзья, вот принцип какой у Бога в Новом Завете. Любишь ли ты меня больше? Служил, потому что любил. И вот Бог призывает Петра, если ты будешь мне служить, но при условии, если ты меня любишь больше, тогда ты будешь служить. Тогда ты будешь хорошим служителем, тогда ты будешь хорошим проповедником, тогда ты будешь хорошим человеком, совершающим какое-то любое другое служение в церкви, если любишь меня больше. Друзья, и поэтому из-за чего погиб Иуда? Из-за того, что Бога не любил он больше, Христа не полюбил он больше, чем что-то. Поэтому, друзья, дай, сохранит нас Господь от такого состояния, чтобы нам с вами Бога любить больше всего. Всею крепостью, как написано, всем сердцем, всем разумением, к этому призывает нас Бог. И последняя мысль, от чего Иуда погиб. Друзья, есть такое слово в евангелистах, в Евангелии от Матфея написано так, когда Христос задавал тайной вечере вопросы, один из вас предаст меня. И помните, что ученики? Один говорит, не я ли? И второй говорит, не я ли, Господи? И среди этих вопросов, которые задавали Христу, был голос Иуды. Он тоже сказал, не я ли, Господи? Не я ли, Рави? Друзья, а Христос знал, что у него уже было сговор против Иисуса Христа, у него уже деньги в кармане, и он задает, не я ли Господи, не я ли Христос, не я ли Рави, не я ли предатель твой? Друзья, в этих словах столько фальши, в этих словах столько подделки, в этих словах столько лицемерия. И я вот на эту мысль хотел обратить внимание, лицемерие, оно приведет к тому, что человек потеряет свое достоинство. Бог в книге Откровения обращается к одному из ангелов и говорит, ты носишь имя, будто жив, но оценка Божия не такая, но ты мертв. Ты носишь имя, будто жив, да, оболочка красивая, ты вот так хорошо одет, ты прилично стоишь в собрании, ты как будто бы ты участвуешь в служении и в церкви, и как будто бы все с виду хорошо, но это внешнее. А какую оценку дает Бог? Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Друзья, есть такое пение детское. На устах, как елей, а в душе фарисей. На устах, как елей, а в душе не так. А в душе не так. Лицемерие. Как-то у нас на разборе слова задался этот вопрос. Одна девочка задает, ручку поднимает. Ну, я спросил, что такое лицемерие. Она раз задает ручку. Ну, скажи, Анита, пожалуйста. Она говорит, лицемерие, это когда ты дома верующий, а в школе неверующий. Вы знаете, понравился мне ее ответ. Она там в первый или второй класс пошла. Вот понравился мне ее ответ. Когда ты в школе неверующий, а дома верующий, это лицемерие.
Это лицемерие. Когда мы здесь одни, по сути мы другие. Когда он с учениками как будто бы не отличается, тоже ученик. Он идет вместе со Христом, он испытывает то же, что и Христос испытывал, но в душе, а в душе фарисеи, а в душе лицемерие. Друзья, вот это лицемерие, вот эта неискренность, она приводит к такому печальному исходу. Достоинство Иуда свое потерял. Друзья, вот эти четыре причины, которые привели Иуду в такое печальное состояние. Маленький безобидный грех, когда он протянул руку и взял одну монетку, а потом пренебрежение тем положением, то звание, которое дал ему Бог, пренебрег этим. Любовь к деньгам, а может быть к чему-то еще другому в нашей жизни может проявляться. Любовь к чему-то больше, чем к Богу. И четвертый момент – это лицемерие. Братья и сестры, своими силами у нас достигнуть неба не получится. Мы очень сильно нуждаемся в Божьей помощи. В Божьей помощи. Бог говорит: «Я Бог всемогущий». И только при этом условии у тебя получится и земное поприще, и служение, и духовное хождение передо мной, и достигать каких-то духовных высот. С Божьей помощью у нас получится. В Писании написано: кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Берегись, чтобы достигнуть. Есть такое пение, молодежь поет: «Ты отказался от труда, а кто-то тихо, незаметно, святою ревностью горя, бесшумно занял твое место». И еще есть такое стихотворение: «Святое место пусто не бывает». У Бога есть те, которые продолжат, и вместо Иуды нашелся, и достоинство принял другой. Вот Бог призвал и апостола Павла, встретил его на пути и был благословенным апостолом, был благословенным среди язычников. Так вот, друзья, кто-то сознательно отказывается, не прилагая к тому никаких стараний, от Божьей помощи отказывается, вот любит грехи и дружит с этим, да, внешне вроде соблюдается, а внутренний дискомфорт, внутренняя неудовлетворенность. Поэтому мы очень сильно нуждаемся в Боге, и с Божьей помощью у нас получится. С Божьей помощью. Однажды я бракосочетание проводил, и невесте задаю вопрос: согласна ли ты устраивать свою жизнь по слову Господнему? А наставление было там: и деток всех принимать, которых дает Бог, и мужа любить, и служение Богу совершать. Нелегкое выпало на долю, женскую долю, нелегкое выпало. Вы знаете, мне так понравился ее ответ. Она не спешила с ответом. В глазах появились слезы, и она говорит: с Божьей помощью. Думаю, что получится. Друзья, только с Божьей помощью у нас получится сохранить то положение, то наше звание христианин. Только с Божьей помощью. Было в Москве общение по благовестию, и Петр Григорьевич Костюченко рассказал случай про одного мальчика. Родители часто ездили в город, не в город, а на дачу к себе, которая за городом находилась. Удобно было им ехать не машиной, а электричкой, электропоездом ехать. И они часто, дети любили туда ездить, там работали в огороде. Вот. Ну и так возвращались вечером домой. И так не раз было. И один из мальчиков говорит: папа, я уже знаю, сколько остановок, я хочу сам поехать на электричке на нашу дачу. Папа его стал уговаривать: ну ты же совсем еще маленький, и не получится. Папа, я знаю, 6 остановок мне надо проехать. Я точно знаю, сколько, вот я знаю, где сходить, я не заблужусь, вот позволь мне самому поехать. Вы знаете, папа ему стал отговаривать, не получается, он стоит на своем. Все, тогда папа взял ручку вот, и кусочек бумажки, и что-то написал ему. Сын подумал, что папа ему пишет, сколько остановок. Говорит: не надо мне ни бумажки, ничего, я все помню, сколько ехать. Он говорит: пригодится тебе, возьми. И раз ему в карман эту бумажку. В общем, папа повез его на ЖД вокзал, вот, он сел в поезд и счастливый уехал. Он себя чувствовал уже взрослым человеком. И вот он едет, приготовил пальчики зажимать, сколько нужно остановок. Первая остановка, он пальчик согнул и крепенько держит. На остановке зашли люди. Вот следующая остановка, он тоже пальчик зажал, и опять много людей уже побольше зашло, уже мест почти нет. Потом третья остановка, еще больше людей зашло. Вот, но он счастливый сидит, и люди стали пожилым уступать место. И кто-то очень грубо с мальчиком поступил: как тебе не стыдно, да уступи, вот бабушка тут стоит, все. Он не привык так, он с папой ездил,
ездил всегда, такого не было у него никогда. Вот. Ну, в общем, стал, он напугался очень сильно. В это время четвертая остановка. Не знаю, зажал он пальчик или нет, но на этой остановке зашли люди, проверяющие билеты. И стали проверять билеты к одному, к второму, к третьему. И мальчику спрашивают: а ты чей? А где билет твой? Он совсем растерялся. У него в глазах уже слезы, он не знает, что делать. И он вспомнил, что папа поставил какую-то бумажечку ему в карман. Он в карман достает бумажечку и читает: сынок, я в соседнем вагоне. И вы знаете, у него просто из глаз слезы брызнули. Папа рядом, папа рядом. И все будет хорошо. Папа не просто был в соседнем вагоне, он уже здесь был. Он видел все, что с сыном творилось. Он все видел, он знал, что в него встретится здесь на пути. И он понимал, что ему пригодится вот эта записочка. Друзья, пусть Бог нас всех благословит. Достоинство, которое мы имеем, ту высоту, которую мы имеем в Иисусе Христе, ту благодать, которую нам Бог дал, друзья, ценить, дорожить и не поменять на эту чечевичную похлебку, как сделал Исав, а потом горько, горько плакал и не смог переменить мысли отца. Да сохранит нас Господь от такого состояния и благословит нас, чтобы нам ходить перед Богом непорочно. Помнить, что Бог всемогущий, Он всегда с нами, и Он поможет достигнуть неба. Аминь.